С 8 по 12 июня 2017 года в Казани пройдет 12-й международный симпозиум Computer Science in Russia 2017. Международный симпозиум впервые состоялся в 2006 году в Москве и был задуман как российский аналог ведущих международных конференций. Формат конференции такой. Ведущие ученые дают лекции и читают лекции, так называемые invited лекции. Это специалисты в своей области каждый. Вот таких у нас 6 человек. С завтрашнего начинается такая работа. И доклады уже, которые прошли конкурсный отбор программного комитета. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.